Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня хочу показать вам наши первые цветы. Подснежники, сон-трава, медуница. Посмотрите панораму наших Уральских гор. Сейчас мы поднимаемся на гору Судовая. Там с вершины посмотрим наши Уральские горы. Посмотрите, какая красота. Чудесное утро. Небо голубое. Это все мое родное. Едем дальше. Будем любоваться красотами Урала. А вот и первые цветочки на полянке. Мы их называем барашки. В детстве всегда ели у них стебелек. Такой сладковатый. Вот они. Такими кучками растут наши первые цветочки. Вот такая медуница, друзья мои, наши первые цветы. Посмотрите, какая она. Вот в детстве корешок ели у ней. Точнее, не корешок, а стебелек. Очень такой он сладенький. О, пчелка прилетела. Вот она сидит, пчелка. Вот лесная медуница. Вот это. Такие цветочки бедненькие. Это подснежники. Самые-самые первые. Только снег сходит, и они уже появляются. Такая прелесть. Такие простенькие. Такие нежные. Желанные. Весна пришла, жизнь продолжается, они нас радуют своей красотой. А вот это, я думаю, фиалочки, такие голубенькие, нежненькие, маленькие-маленькие. Любуемся. Вот это сон-трава. Мы называем их подснежники. У них правильное название сон-трава. Смотрите, какой фиолетовый красавчик стоит. Будем сейчас снимать их. Вот они. Вот такие они. Поднимаюсь в гору, и они везде растут. Буду подходить поближе и снимать их. Насладимся этой красотою. А в конце видео я выложу фото их. Посмотрите. У кого хватит терпения смотреть это видео до конца, увидите вот такую чудесную красоту в моих фото. Вот беленький. Сколько их у нас. Такая красота.
Я в восторге. Это надо же. Как люблю я их снимать. Сейчас идем весь склон в цветах. Сколько их чудесные. Невозможно оторваться от них. Так снимаю, снимаю. Самые наши любимые цветы. Какой нежненький стоит. Вот, друзья мои, показываю я вам панораму наших гор. Смотрите, любуйтесь нашей красотой. Наши горы, Урал. На вершинах еще снег. Такая красота. Чудесно. Вот вдали Белая гора. Это хребет Машак. Вот гора Колокольня. Вся в снегу. Такая красота у нас. Наш Урал, наши горы, они помогут нам. Ведь это наши горы, они помогут нам. Они помогут нам. Такая красота, друзья. Полюбуйтесь нашей природой. Вот показываю вам нашу речку Терлянку. Думаю, что вы смотрели мое видео. Недавно я снимал ее. Вот так она несет свои воды в наш Терлянский пруд, в реку Белую, в Каспийское море. Посмотрите. Вот с этих гор, которые я показывал, тает снег, и вся вода идет сюда. Чудесно, да? Вот даже видно бурлящие потоки. Красота. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мной, полюбовались нашей красотой, посмотрели наши уральские горы, наши цветы. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя. Всем удачи.